Рыбаки, всем здорово, и сегодня я бы хотел показать точку на Медном озере на динкебургских карпов. Смотрите, на точке попадаются у нас куча динкебургских зеркальных. Это, ну, их тут довольно очень много. Линейные попадаются, карп голый один попался, караси карпы. Ну, чешуйки мало, и зеркалки тоже, ну, немного. Вот. И пару сочей попадается иногда. А сборка у нас вот такая. Это пряности. Дьявольский звучий. ПВшка закончилась. Почему-то я ее не заменил. Ну ладно. Давайте сейчас достанем. Тут у меня дьявольский звучий закончился. Надо уже все закупать заново. Ну, ПВшка. Я тут... Сейчас. Как так? Пряности. Пряности. Вот. Пвашка у нас такая. Можно вместо смесь специй, ой, вместо пряной атаки 15 использовать жгучий 6. Просто я ее не использовал. Ну ладно. Вот. Клипса 9, координаты 6759. Это ведро возле базы. Ведро. Вот. Вот. За примерно, ну, тут уже минут у меня уже 10-16 минут как не клюет, потому что как бы, ну, точка устала, извините. Вот, и примерно 840 монет выходит за час и 15, или час 20 минут где-то выходит. Да, сейчас уже меня не клюет уже, потому что, ну, что-то как-то ПВ-шка тут стоит. Надо будет заменить и перезакинуть уже борки и докупить новых дипов и такое вот пряности. Вот поэтому приходите тут, фармитесь, как бы. Желаю всем, конечно же, получать по 1000 серебра в час, и, конечно же, всем не хватает, и всем, конечно же, пока пока